Видео, потому что там фонари стоят, и вот он, как раз мы где по камере смотрели, ну, по времени, идет, он да? на перекрестке вылез, его было хорошо видно, и дядька его увидел, поэтому он и тортанул. Вот Бали, ясно, просто. Он себе, еще пушистый, на собаку не похож особо. Ну да, нет. На водолаза собака. Мы тогда, когда встретили, такой облезлый весь был, мы еще догадались, то ли медведь, то ли собака. И он в сторону больницы, да, пойдет, получается? Да, да. Нет, здесь энергии. Хорошо видно. А, в сторону энергии, да? Да, тут, пожалуйста, перестаньте попозже, хорошо. Можно, конечно. Вот сейчас там слева машина проедет. Давайте сбежим. Ну, дайте минут через 15, хорошо? Она аж через неделю. Какое-то число. Надо будет открыться. Нет. Пошел в сторону Дома культуры. Вон машина проехала, он вот, тортанул. Побежал. И дядька там же где-то.